«Поле чудес». 25 лет. Кстати, это правда. Все, чем я занимаюсь, это мое хобби. Все. Абсолютно. Включая «Поле чудес». Включая «Поле чудес». Хорошо. Я хотел один вопрос спросить. Вы когда-нибудь сами играли в «Поле чудес»? Понимаешь, как бы помягче сказать, это с виду я сумасшедший, так-то я нормальный человек. Понимаете, вы, Леонид Аркадьевич, давно ведете программу, и многие вещи, я же не просто так говорю, многие вещи пропускали мимо себя. Я ведь работал в программе «Поле чудес». Я выходил и открывал буквы, вы помните? Видите? Да, вас звали Рима. Я очень хорошо понимаю. Давайте проверим, пожалуйста, покажите пленочку. Буква А. Буква А, верно. И такая буква в этой фамилии есть. Я прошу открыть букву А, а вас вращать барабан. Ну что, Леонид Аркадьевич, хотите поиграть в «Поле чудес»? Вы, как игрок, хотите? А, ну хорошо. Я что-то подобное предполагал. Нет, что же, ничего, что, когда-нибудь это должно было произойти, понимаете? Ну-ну. Вы это породили, вы в этом и примете участие. Итак, «Поле чудес», вечернее «Поле чудес», пожалуйста. Шоу «Вечернее поле чудес». И у нас сегодняшний единственный участник — Леонид Якубович, Москва. Леонид Аркадьевич, ну что же, супер игра. Крутите барабан. Можно я передам привет? Конечно, можно, прошу вас. Я хочу передать привет всем, кто меня знает. Я могу их по фамилии назвать? Это зависит от того, скольких из них вы помните. Их 10 миллионов. Я предлагаю начать крутить барабан. И начинать. В какую сторону? Леонид Аркадьевич. Это традиционный вопрос, меня все об этом спрашивают. Все спрашивают? Да. В сторону кабинета генерального директора. Прошу вас, крутите право. Нет, 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 это вы. Давайте. Очень странно, что... Вам никогда не выпадала возможность крутить барабан. Леонид Ильич, я знаю, что вы пришли не с пустыми руками, а с подарками. Кстати, вы, Иван Андреевич, угадали. Я предполагал что-то подобное. Я знал, что есть какая-то бяка готовится. Вы называете... Это не бяка? Это бяка. Нет, это не бяка. Я вам такую бяку не подсовывал. Но я принес вам подарок в музей «Поле чудес». Итак? Это рисовое зернышко, на котором написано Ивану Андреевичу Урганту от Леонида Аркадьевича Якубовича в день 25-летия «Поле чудес». У меня полное ощущение, что это мышиный зуб, но... Нет. Нет, там, извините, не уместился восклицательный знак. Да. Веркович, умеете вы удивить ведущего передачи, конечно. От сердца оторвали. Тогда позвольте мне... Так, у нас 350 очков на барабане, и позвольте я задам вам задание. Итак, тема сегодняшней нашей программы – мебель. Вопрос. Как называется белая подушка для кресел из известного шведского магазина, которая подходит к таким моделям, как «Финторп» и «Бюхельма» стоимостью 1500 рублей. Вы можете назвать букву, слово за вами. Прошу вас. А, простите, можно вас спросить об одном одолжении? Вы можете повторить задание? Да, с удовольствием. Нет, не читая. С удовольствием. Итак, как называется белая подушка для кресел из известного шведского магазина, которая подходит к таким моделям, как «Финторп» и «Бюхельма»?
Наушники для телеведущих. Покупайте во всех магазинах радиоэлектроники. Валерий Григорьевич, а мне дело в том, что слово вот это я знаю. Это слово называется, если мне не изменяет память, этот, как его, юбвик. Митя. Или я сошел с ума. Давайте посмотрим. А, или я сошел с ума. Ю. И юбвик. Он святой! Он святой! Я поздравляю вас! Вы выиграли! Вы выиграли супер игру! И вам достается самое ценное, что есть в нашей передаче — барабан «Поле чудес». Мы вам его возвращаем. Леонид Якубович, спасибо огромное!